Акбер ушул көйгөй маселе чечилбей жатат. Сиздерден бир гана сураныч и бир гана силерге суроо. Бизге ушул маселени чечип бересиздерби же жокпу? Баардыгы кыйналган үчүн келди. Баардыгына кыйын болуп баратат. Соода жок. Налогду кымбат төлөйбүз эжеке. Баары бизге аябай действительно оор болуп атат. Это вопрос государственного значения. Поэтому давайте вот так. Да, вы правильно говорите. Поэтому ваши вот сейчас вот то, что требования вы озвучили, давайте мы сейчас, выйдя с этой встречи, мы начнем решать в рабочем порядке, создадим какую-то комиссию свою. Мы обязательно результаты работы вам доложимся. Мы выслушали ваши вопросы, потому что претензии, они разнились. Были от транспортных компаний. Сейчас вот мы слышим вопросы по уровню таможенных платежей. Турау? Турау? Азрайтымыз, да? Биз айттык тариф жөнүндөчү. Анан бул киши түшүндүрдү азыр. Түшүндүрбөдү. Бул кишинин колундагы иш эмес азыр эле өз айтканда ручка менен чийип туруп эле чүрүп койгондойчу же көтөрүп койгондой. Буга деген баягы чоң маселелер бар да. Анан кийин азыр айтпады, биз карайлы комиссия түзөлү, карап туруп тез аранын ичинде жооп беребиз депчи. Алар күтө туралы да. Моолардын баары 60,000 адам келип менин кабинетиме сен иштебей атасың. Сени шайлаганбыз. Сен иштебеген үчүн ушундай результатты бизди басып атасың дедиңиз. А билесиңерби, мен 2 саат кече бир жактан барып чыкырдым. Мен менен сүйлөштү, мен эн атам ким, кем чем я дышу, как я хожу. Чуть ли мен тема, что-то раскачиваю лодку, что-то я делаю. Эсер эмне жасасаңар дордойду. Мунун баары мен жасагандай болуп атам да. Ошон үчүн мне сказали, это вчера мне точно сказали, это удел лидеров депти. И поэтому я признала это, да, действительно лидер, мен көтөрүшүм керек экен депчи. Көтөргөн жерин көтөр. Бирок мен силерди прекрасно түшүнүп атам, Алмаз Мадыбекович. Не для прессы говорю, не для красных слов. Мына казакта ким арсан деп атат. Алып келген товарларды если через Казахстан у них получается, алып келсин через Казахстан. Да, хоть как. Анан жана монополия деп атпайсызбы? Жана бийкан айтып атат. Бийкан балдар да мага жоргатса деп чүтлү кол көтөргөнгө чейин жетип атат. Сиз эмне бийкага көрүп калыңыз? Да, есть компания Бийка, которая сделала монополию. И гоп-компаниялар жоготуп и диктует вот эти условия. Какие интересы? Вот это есть? Кто крышует? Кто крышует? Миллион. Рай миллион. Вот кто делает что? Они сами дали. Вы поймите правильно. Вот на встречу тогда вы были ГТСС. Там на встречу пришли 6 или 7 транспортных компаний пришло. Правильно, да? Кроме того, мы вот опять же говорим, вы можете воспользоваться услугами каждого. Вот, например, я по городу иду, я выбираю каждый сам свое такси, правильно, да? То же самое и вы можете выбирать. Саламат старбы, менин атым Абдилазов Сезбек, жеке ишкер, Дордой базарында 5 жылдан бери эмгектенем. Биздин ташып жаткан товар бул Кытай элинен келет. Кытайдан ташып келебиз. Кайра эле ошол коңшу мамлекеттерге, Казакстанга, Өзбекстанга, Тажикстанга, Россияга чейин сатабыз. Оптом дүң баасында. Бул көтөрүлгөн тарифти биз билгенибизге 15 күн болду. Ага чейин Кытайдын бир ай жаңы жылы болуп, границалар жабык болчу. Ошондон кийин биз заказды бердик. Бизге эч кандай эч ким эрсиз деп айткан жок, тарифтерди көтөрүлгөнүн айткан жок. Биз Кытайлардан заказдарды берип алдык эски тариф менен. Товар бул жака келгенден кийин анан биз билдик, что тарифтер 1-3-тен 3 долларга чейин килограммына көтөрүлгөнүн. Бааларды бул таможенный служба коет. Бирок ошол эле учурда Казакстан союзда бар. А эмне үчүн ошол эле Казакстанда 2 доллар, а бизде 3 доллар? А основной биздин рынок Казакстан, Россия болуп атса, бизге бул аябай эле кыйынчылык жаратып атат. А мындан ары талабыбыз ушу буюрса бүгүн келип президентибизге кайрылдык, болгон көйгөйдү айттык, профсоюзга кайрылдык, таможенный службага кайрылдык, письменный дагы кайрылдык. Күтөбүз, андан кийин көрөбүз.